Всем доброе утро! Сегодня 26 августа 2023 года, суббота, город Харьков, на улице плюс 18. Сейчас на улице ясная и солнечная погода с такими замечательными облаками и с небольшим ветром. Давно сегодня встала, в 5 часов 40 минут, зайдет солнышко в 19 часов 33 минуты. Долгота дня сегодня 13 часов 53 минуты. Ну что, сегодня у нас замечательный день, прохладно. Синоптики нам сегодня обещают до плюс 26 градусов без осадков. Ну что, расскажу вам о вчерашней погоде. Вчера, как я рассказывала, по прогнозу синоптиков, никто не прогнозировал никакого дождя. Но дождь нам был нужен, я очень просила, даже название такое видео придумала. У природы просим дождик. И вы знаете, вчера дождик у нас был дважды. Немного промочило, вот как вы можете видеть. Классно, замечательно. После дождика похолодало. Классно похолодало. И сейчас вот ветерок такой. Нормально, короче. Ну, идемте, покажу, что я сегодня собрать успела. Ну что, вот такой вот урожай кабачочков мне сегодня удалось собрать. Общий вес получился 2 килограмма 520 грамм. Ну, это понятно, это обычные цукини, а это... Огромный кабачок, как мы его не заметили под листиками, неизвестно, спрятался. Взвесила отдельно, специально, получился кило 845 граммов. Посмотрите, какой огромный, ну, если так посмотреть, это как бейсбольная бита в уменьшенном изображении. Тяжелый, ну, в общем, тоже буду перерабатывать его. Также сегодня собрала помидорки. Как вы видите, один такой, как на салат, вот такой розовенький. Оставила его доспевать. Эти еще такие полузеленые, но срывать их тоже надо. Ну, они в любом случае гораздо вкуснее, чем покупные. Общий вес у меня получился 268 грамм. Также я вчера закрыла 2 3-литровых банки ассорти. На дно, как всегда, я клала огурчики. Свои кое-какие собранные, корявенькие. Те, которые мы там не съели, были длинненькие, я вам показывала. Все тоже сюда. Помидорки тоже... Вот, которые давала мне тетя Наташа, и какие-то кое-какие свои. Дальше кабачки, которые вы видите, тоже свои. И вот вчера было, у меня осталась одна морковочка, она уже начала немножечко усыхать. И я ее решила тоже законсервировать туда же. Вот, порезала кусочками для красоты. Вообще такая нарядная баночка получилась. Шикарно. Вот, поэтому вот такой вот сегодня... У нас урожай консервации. Ну вот, все сегодня я вам рассказала, показала. Работы еще очень много, но я надеюсь, что мы справимся. Поэтому я всем сегодня желаю вам хорошей субботы, хорошего настроения, мира, добра всем нам и всем пока.